Привет, дорогие друзья! Репортаж из Словении. Сегодня 19 января, Крещение. И сегодня первый раз в этом году выпал в Словении снег, друзья. Точнее, в Любляне, я бы так сказал. Потому что снег-то, в общем-то, в горах уже был, если брать всю Словению. А в Любляне снега не было, и на большей части Словении снега не было. А сейчас он выпал, и выпал буквально за короткое количество, за короткий промежуток времени, выпал в огромном количестве. Вот посмотрите, что творится. Температура комфортная для прогулки, где-то градус в районе, градусов в районе нуля, 1-2. Гулять комфортно. Но, друзья, поэтому смотрите, снег такой достаточно мокроватый, тяжелый. Все это облепил все ветки. Конечно, очень красиво, но вот такие последствия. То есть от тяжести начинают ветки трескаться, падать. Слишком большая нагрузка. Как, конечно, друзья, очень красиво, но для мимолетного, скажем так, посещения леса. Потому что, наверное, скорее всего, в лес ходить достаточно небезопасно сейчас. В любой момент может ветка такая крупная упасть под тяжестью снега. Ну и, конечно, достаточно сложное время для тех, кто